Сегодня не только поздравляли друг друга семейные пары в этот праздничный день, к примеру, краснодарский сотрудник полиции решился на важный шаг, сделал предложение своей девушке, причем абсолютно неожиданно для нее. Насколько романтичным получилось признание, оценила Анна Овчинникова. Сотрудник полиции по телефону просит главную героиню Марину подойти к собственной машине под предлогом, якобы девушка скрылась с места ДТП. Ничего не подозревая, недовольная Марина подходит к припаркованному автомобилю. Давайте так, сейчас проедем туда. Мы объясним, займет буквально 5-7 минут. Девушка соглашается с сотрудником полиции проехать в ближайший пункт, а в это время будущий жених Артем заметно нервничает, то и дело поглядывает на телефон, но ждать остается недолго. Через несколько минут Марина появляется в сквере имени Жукова. Девушка шокирована происходящим, эмоции переполняют, а вместе с ними и слезы радости. Я нашел свою любимую в жизни уже, это ты. Я надеюсь, что мы с тобой построим хорошую, большую, крепкую семью, держи. Поэтому у меня к тебе только один вопрос в сегодняшний день. Ты будешь моей женой? Да. Сказать это заветное «да» Марина мечтала 3 года. И то, что ее парень окажется таким романтиком, не могла даже предположить. Я в шоке. У меня ноги трясутся, мне вот названивают с работы. Я ушла, убежала, ничего не сказала. Вообще, я до сих пор в прострации, я не знаю. Отойду, наверное, только через неделю. Один из самых подходящих дней, чтобы сделать предложение. Потому что мы сегодня строим именно любовь, семью, и, соответственно, будет у нас и верность. Подготовить такое необычное предложение Артему помогли коллеги. А ромашки, символ семьи, любви и верности, найти сегодня оказалось самым сложным. Мы сегодня с самого утра с Артемом ездили по всем цветочным рынкам, магазинам, а сейчас просто не сезон уже ромашки. Вот поэтому, в принципе, скупили последнюю партию, больше 100 ромашек. Поделиться радостью сотрудники конной полиции решили со всеми. Ромашки раздавали всем прохожим. Анна Овчинникова, Олег Демидов, Вести Кубань, Краснодар.